Дум Вире, 27-й термин древнеримской истории. В 5-м классе предмет история. Пятиклассники, здравствуйте. Итак, Дум Вире. Так назывались в Древнем Риме два лица, которым государство совместно поручало какое-нибудь дело. Название поручения прибавлялось к слову «думвире». Вместе они составляли «думвират», то есть как бы власть двоих или дело двоих. Уже в древнейшие времена были подобные принципы. Позднее, во времена республики, назначались думвиры для отдачи постройки храма предпринимателю или для освящения храма. Начиная с 311 года до новой эры, стали избирать двоих зависимых от консула, двоих начальников флота. Звание думвире юре, старинная форма, носили высшие администраторы в римских колониях и муниципалиях, то есть это звание думвирата носили высшие администраторы в римских колониях и муниципалиях. Они председательствовали в народных собраниях и в заседаниях судов декурионов, исполняли изданные претором эдикты с некоторыми ограничениями, имели право отправления уголовной и гражданской юстиции. Еще раз. Думвиры, так назывались в Древнем Риме лица, два лица одновременно, двоим человеком, которым государство совместно поручало какое-либо дело. Название поручения прибавлялось к слову думвиры, то есть показывая, что это дело будет поручается двоим человекам вместе, которые составляли думвират. Думвират. Спасибо за внимание. Следующий термин «зела». Битва при зеле. Это 28-й будет термин. До свидания.